3000 квадратных метров – это торговая площадь. Она будет разделена на бутики стеклянными перегородками. Полы на этажах торгового центра «Счастье» выложены керамогранитной плиткой. Стены подготовлены под покраску. Подключено электричество, а также вода и теплоснабжение. Объект был готов к открытию еще в 2016 году. Помешали судебные споры, связанные с близостью следственного изолятора. Объект находится вообще на гарантийных обязательствах. То есть мы в течение 5 лет с генерального подрядчика по условиям договора получаем бесплатное устранение замечаний, выявленных в ходе эксплуатации. Поэтому ни о каких издержках, связанных с ремонтом, пока говорить не приходится. Но есть и другие издержки. Долгих 3,5 года 5000 квадратных метров торговой площади и 19 тысяч офисной простаивали. Предприниматели, которые планировали здесь работать, ушли. Денежных средств, потраченных на создание этого проекта, сегодня по бухгалтерскому учету 926 миллионов рублей. Вот. И практически 80% этих денежных средств затрачены непосредственно компанией, потому что на момент приостановки строительства и начала судебных споров все участники долевого строительства, которые ранее заключили договоры, их расторгли, нам пришлось вернуть денежные средства. В 2016 году объект обещал быть самым современным торговым центром. Однако теперь появились «Стрелка» и «Броско Молл», а ранее торговый центр на Пушкина. Неизменным осталось то, что в окрестностях площади Серышева нет ни одного гипермаркета, но при этом появились новые многоквартирные дома. И все же, несмотря на то, что на торговый рынок недвижимости Хабаровска пришли новые игроки, эксперты по-прежнему уверены, что открытие торгового центра «Счастье» повысит престиж всего Кировского района и станет украшением города. Это произойдет в следующем году, ориентировочно в День города. Антон Примачев, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.